Всем привет, меня зовут Илья, и я из России. Я коллекционер дизайнерских фигурок и той фотограф. И сегодня мы с друзьями представляем вам уникальный проект, над которым работали более года. Это артбук, посвященный коллекционным дизайнерским фигуркам. Это сборник потрясающих фотографий нашего друга, одного из самых известных российских той коллекционеров и той фотографов Рома Шевченко, также известного в сети под ником Альберт. Роман начал собирать дизайнерские фигурки в 2009 году, и его коллекция непрерывно пополнялась вплоть до 2014. За эти 5 лет он собрал уникальную коллекцию, в которой представлено множество редких эксклюзивных фигурок. Среди них есть фигурки, созданные специально для него. Роман был активным членом той сообщества, ездил на выставки по всему миру, общался с дизайнерами. Он был настолько открытый, общительный и увлеченный человек, что располагал к себе всех, кому довелось с ним пообщаться. Он стал очень заметной фигурой в мировом топ-сообществе. Настолько значимой, что после того, как в 2014 году Романа не стало, компания Corse выпустила фигурку Omen Fate в его честь. И мы благодарим за это основателя компании Марка и Свена, а также за то, что предоставили нам эскиз Омена для обложки этой книги. Роман как никто поспособствовал распространению дизайнерских игрушек в России. Во многом благодаря именно своим фотографиям, которые всегда вызывали интерес и мотивировали людей не просто собирать фигурки в шкаф, а повторить этому процессу творчески. В книге представлены фотографии фигурок различных дизайнеров, от тиражных фигурок Эшливуда и Корс до единичных кастомов Джон Полькайзера и Спинг. Наша главная цель в реализации этого проекта – сохранить память о Романе, рассказать о его творчестве и поделиться им с другими. Мы очень рассчитываем, что собранных средств хватит не только на печать тиража, и всю полученную прибыль мы передадим семье Романа. Мы очень надеемся, что вас заинтересует этот проект и вы захотите в нем поучаствовать. Большое спасибо!